В сентябре на 10 остановках города установили баннеры с информацией о капитальном ремонте. Стоимость тарифа, виды работы, изображения домов до и после. Жители города могут ознакомиться, пока ожидают свой транспорт. А более подробную информацию можно узнать, перейдя на сайт по QR-коду. Цель – информирование населения о ходе проведения капитального ремонта в республике. В следующем году планируют установить еще такие баннеры. Это инициатива Фонда капитального ремонта и МинЖКХ Северной Осетии. Житель города наводит телефон на QR-код, получает доступ на наш сайт, автоматически переходит. После того, как переходит на сайт, вводит свой адрес дома, и у него в доступе полная информация о сборах платежей, сколько на сегодняшний день задолженность по его дому, сколько собрали денег уже жильцы данного дома, какие виды работ в каком году будут производить.